Вот, друзья, снимем движение, какое сейчас в городе. Выходной, праздник. Это мы снизу с города поднимаемся. Если кто шум услышит, то там это защиту немножко подогнула и вибрация небольшая. Ездим же по разным местам. Тебе надо было, знаешь, что так поехать? По листам снять этот причал, где корабли стоят. А, еще бы. Все, репортажи будем снимать. Но как повезем дрова на Лиске, так оттуда и снимем репортаж. Зачем спешить? Мороженого покушал, кашляю. Лето, много днепропетровских машин, киевские, с Донецкой области приезжают тоже сейчас. Это четверг, да? А, да, четверг сегодня у нас. Лесничество, аж понедельник на работу поедем. Сейчас только с базы вот это развозим. Но сегодня я не снимал, потому что, чтобы сильно разгрузки вам, погрузки не надоедали. Как видите, дорога у нас в порядке. Это Валерий Алексеевич Баранов делал. Добивался, все сделал. Церковь, когда-то был кинотеатр, переделали. Ремстанция 100 км в час, продажи машин. Вот это мясокомбинат, сейчас проезжаем. Здесь хороший магазин, кто будет смотреть с отдыхающих. Сюда приглашаем всех. Здесь оптовый вот магазин, видите, да? Там вот неплохие колбасы. Наши люди постоянно толкутся, покупают. Вот это знаменитая, я уже показал, фирма Пономарева. Агринол. Дальше ЖБК, ну и поселок наш, куда мы возвращаемся. Все, всем приятных просмотров. Ждем вас на курортах нашего города.